Ситуация, в которой автомобиль тормозят сотрудники ДПС, обычно не радует, но сегодняшний день исключение. Работники госавтоинспекции совместно с дорожно-патрульной службой дарят водителям новогодние игрушки, сделанные руками самарских школьников. Спасибо большое за новогоднее настроение. Дети старались. Очень приятно. Ну, сначала неожиданно, тут вроде ДПС и камера, как бы, но потом, когда уже вручили подарок, да, было приятно. Акция «Безопасный Новый год» – совместный проект госавтоинспекции и городского центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Стартовала в начале декабря и проводилась в два этапа. На первом самарские школьники делали тематические новогодние игрушки, каждая из которых должна была рассказать о необходимости соблюдения ПДД. В акции приняли участие 159 общеобразовательных учреждений города. Игрушки очень интересные. Это и новогодние шары прозрачные. У нас такой был один новогодний шар прозрачный, внутри снеговик с знаком по правилам дорожного движения. Также вот сегодня мы подарим полумесяц, очень интересный, тоже с игрушками новогодними. Опять же, там присутствуют знаки. В конце года будут выбраны три лучшие игрушки, и победители получат ценные подарки. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.